Здорово, танкисты, всем привет, с вами Серега, с вами Индомит, и сегодня у нас очередной обзор танков нашей любимой игры «Мир танков» от Lesty Games. И сегодня у нас на обзоре тяжелый немецкий танк 10-го левела, проходная прокачиваемая ветка, ПЗ-КПВ-7. Да. Пазик, проще говоря, как все его называют, тяжелый танк с задним расположением башни. И прежде чем мы приступим к обзору этой машины, обязательно поставь лайк под этим видео, подпишись на канал, если до сих пор это не сделал. Тебе не сложно, а мне приятно. Ну и отправляемся, конечно же, смотреть бронирование пазика. Гоу! Итак, коллижен модель нашего пазика. Смотрим. НЛД 260. Нижняя часть НЛД. Еще есть такая полоска снизу в 344. Центральная часть между НЛД и ВЛД 300 мм. ВЛД у нас 355 внизу, 370 вверху. Понятно, все эти данные зависят от того, на каком танке вы играете, например, против этой машины. Да? И, конечно же, от угла входа снаряда числа могут меняться. Но в целом, вот пока как так смотрим, примерно так. Это говорит о том, что в принципе, если вот под таким углом нас сюда пробивают голдой, десятки, девятки, восьмерки уже, увы, нет, никуда не пробивают. Но все на этой машине играют вот от переда, да. И здесь уже приведенка 312, там 330, 400. Верхняя, кстати, часть ВЛД рикошетная, 379, там всего лишь 80 мм, но очень хороший угол наклона брони. То есть танковать на этой машине нужно именно вот так. Почему не так? Потому что вы начинаете танковать от борта. Все прекрасно уже знают бронирование танков, по сути, да, нормальный танкист. 176, подбашенный цилиндр 215. Здесь, в принципе-то, все хорошо, но вот подбашенный цилиндр, угол, конечно, вам и будут накидывать. Вот, это касаемо корпуса. Теперь касаемо башни. Давайте сначала башню. Вот здесь вот такие планочки у нас относительно маски есть. И здесь у нас приведенки, давайте правильно поставим, вот. 226, вверху 240, 250, внизу 240. То есть вот ослабленная зона. Все остальное 700, там 400, 350, все зашито, не пробьете. Подбашенный цилиндр 350, тоже не пробьете. Лючок прикрыт маской орудия, а маска орудия в этих частях у нас 900, 400, 500, вот здесь 400, 500, короче, тоже не пробить. И лючок прикрыт маской. Прям щелочка 140, никогда не закинете. Теперь пришли к самому грустному моменту бронирования пазика. Это что у нас рядом со стволом. Основной кругляк это 200. И вот большой овал, что называется, 220-215. То есть, вот так видите, стреляете, рамбует, на вас поворачивает пушку, бьете ему вот все, что вокруг ствола. И спокойно пробиваете. Вот такое вот интересное бронирование. С броней разобрались. Теперь что касаемо пушки. Пушка 10-го левела. Вот, KVK-46L61, 560 альфа, 258 пробития на основном, на голде у нас 315, заряжается пушка на стоке 16 секунд, 0,37 точность, хорошая точность, немецкое орудие, еще бы, да. Комфортное, в принципе, время сведения, которое можно еще улучшить, учитывая, что это танк ближнего боя. Вот, давайте разбираться с полевой модернизацией. Во втором блоке вездеходную ходовую, в четвертом блоке притирку шестерни наведения, в пятом блоке звукоизоляцию, в седьмом блоке дополнительную шумоизоляцию и в восьмом блоке либо ничего не качаете, либо все-таки дополнительную систему безопасности. А вторым слотом берем огневую мощь, да-да, потому что этот танк, не представляя себе, без улучшенной закалки, вот она присутствует, без досола, тоже ставим, и без стаба. Стаб здесь тоже важен. По снарядам, основной у нас ББХ летит 1100, голда под кол летит 1350, very best. По снаряжению, ремка, аптечка, автоматический огнетушитель, я поставил до ПАЭФ. 5 членов экипажа, перки наблюдайте перед собой в табличке. Штурмовой тяжелый танк, да.
Минус 7. Даже при заднем расположении башни минимально комфортные УВН у нас присутствуют. По ХП все хорошо при такой сборке. 2750. По мобильности все плохо. Это минус. Единственный, по сути, минус этого танка, если не брать в расчет дырявую маску вокруг орудия. Вот. И, конечно, ХП, ну, вперед мы 33 едем, 15 назад менее 10 лошадей на тонну удельная мощность. Максималку свою этот танк набирает очень медленно. Вот. По обзору, кстати, неплохо. 452 метра, что чуть выше, чем в среднем по 10-му левелу тяжелых танков вообще среди всех наций. То есть, еще раз, у нас все, в принципе, плюс, кроме подвижности и кроме огромной дыры вокруг ствола. Так что, ребят, запоминайте, видите пазик, выцеливайте его, вот все, что связано с пушкой, вокруг пушки прям. И все будет very best. Отправляемся в бой, посмотрим, как пазик играется в современном рендере. Погнали. Так, господа, у нас обзор боем. Немецкий тяжелый танк с задним расположением башни. Пазик 7. Да. ПЗКПВ-7. А проходная прокачиваемая ветка. Сейчас поедем перестреливаться с имбульчиком. Попали десяткам. У нас тут противники Млеха, 60 ТП, Хэвик. Ну и 7 дед это нам не противно. Из-за своего орудия. Правильно? Правильно. Есть у них одна артулечка. ЦС-ка полетела. Давай, лети. Сейчас поедем проверять нашу броню в НЛД, ВЛД и все такое. Так, что у нас? 2750 хп. Ребят, 5 канат насрать. Надо запотеть прям. Чифтак у нас есть. Хорошо. Проверили. Корпус уже работает. Все хорошо. Хорошо. Вот. Все. 1100. Так, ребят, еще 4К. Потеть надо. Так, арта у них хорошо стоит для нас. Хорошо. Вот, дед подставился. Все, 1600. Так, ребят, до плана осталось 4К. Да, и поменьше. Конечно. Вот, не пробил. А он насколько пробил? Куда пробил? Может, даже у нас. Не буду сейчас смотреть, не удобно. Так. Гусеницу, пожалуйста. Вот, деда фармит. Дедушка фармит. Не хотят больше они получать. Там бабах стоит, а я под бабах не хочу вылазить. Да? Ты наш давит. Привет, привет. Пока, пока. Я долго буду ждать звонка. Привет, привет. Пока, пока. Рискуем. Рискуем. Минотавр. Вот, моему гусеницу дали почему-то. Все.
Ух ты, ух ты, ух ты, ух ты, уходим срочно, нам в борт невыгодно играть. Это плохая машина там выехала, тестовый ЛТ. Ты гля, надо что-то с ней делать, иначе она нам играть не даст. Срочно. Вот, хэвику. Млеха там у них потеет. Вот, не пробили. Так, ну суммы 4 есть, это хорошо. И бой как-то нехорошо развивается. Вот, еще дали. Все, гуд. 4600. Ребята, еще косарик бы высрать, было бы уже неплохо, честно. Вот, промазал. Сейчас бы. Такой бы хороший выстрел был. Ты погляди, а? 121Б наглеет. Три пять счет. Мужской танк нереально классный. Всем советую, рекомендую. 121Б наглеет пес. Нас уж сейчас сзади будут, наверное, окружать, да? Ребят, ну хотя бы еще тычку и можно в ангар. Нас уже окружают. Так, ну убили. Хорошо. Тут 21-й танк. Все, поиграл. Ожидаем 121-го. Теперь. Слушайте, ну мы уже выигрывать начали. Ух ты, убежал-то как профессионально. На скелет сдернул. Ну я так стрелял, на всякий случай. Вдруг залетит. Так, бабах у них отлетел, по сути, да? Где-то минотва сидит. Грильки сидят. Вылазить такое опасно. Там вот сидят кустиков. А, ну у них типа вот здесь могут сидеть. Хорошая цель на минотваре. О, артовод ожил. Как не получится у него пострелять? А нет, да? Ой, подставляюсь. О. Все. Все, тихо. Вышел тут хышник на Леоне. Тихо. Вот. Все, отлетел. Ух ты! А вот это вообще неожиданно. Не, убьют, да. Убьют. Нет, жив. Тихо. Вот это плохой был выстрел. Ну, блин, в спине заехали они грамотно. Как я зажил, сам не знаю. 121 у них остался. 5-6 косум, ребят, план сделали, как и планировали. Настоящий мужской танк. Все, победа.
Ладно, невероятно классный, живучий танк. Тяжелый, настоящий тяжелый. Для настоящих ценителей брони. Че, нормально повоевали. Ну вот в НЛД нас пробивали. На стыке между НЛД и ВЛД. Да. Очень люблю пазика, невероятно люблю. Мастерос, кстати, дали. Вот, мастера дали. Все, спасибо. Все. За мастера спасибо. Мы мастеры, ребят, на пазике. А второе место по урону, первый Чифтейн. Ну, неудивительно, Чифтейн. Сколько у него процентов побед Чифтейна он имеет? 52-65. У меня даже чуть побольше процент побед. У меня 52-85. Ну, все равно красавчик на Чифтейне, бля. Почти 6к. Ну, у нас еще ассист, да? Да, 923 урон несет. Вот, заблокировали 2700. Казалось бы, не так уж много, но нас уважали, на нас не выходили. И просто банально даже у нас не стреляли. Ребят, у кого есть в ангаре пазик, пишите свои комментарии. Как вам эта машина, нравится, не нравится? Как вам этот особый геймплей, да? От корпуса, да, играть от переда. Какой вы на нем используете оборудование? Я по пятибалльной системе ставлю твердый 4 с плюсом. Да, заслуживает. Обязательно прожимайте Лукаса. Подписывайтесь на канал, если вы это не сделали. Но я вам говорю, до скорых встреч в новых обзорах. Всем пока-пока. Поддержи брата-танкиста лайком под этим видео, подпиской на канал. Ну и, конечно, прожми колокольчик, чтобы быть в курсе всех новых стримов и самых последних обзоров по нашей любимой игре.